Это что за игра? Что это было? Майнивной с вами. Всем привет! И сегодня у нас реакция снова на Game WTF. Так получилось, что записал вот только-только на его старую часть свою реакцию. И он в этот же день выпускает новую. Я этому на самом деле очень рад. 185-я серия. Game WTF. Лютые приколы в играх. Орлы в клетке не сидят. Так и называется. Не будем томить. Вы меня очень сильно попросили посмотреть сразу же новую. Поэтому не могу заставлять вас ждать. Хотя хочу сказать, что у меня так-то магазин есть. У меня появился свой магазин игр. Там есть все. Возможность выиграть лицензионные ключи к множеству игр. CSGO Premium, Overwatch, Minecraft и многие другие игры. Также вы можете 100% купить аккаунт, даже с полным доступом. Также есть промокод MINI10, по которому вы получите 10% скидку. И знаете что еще? Если вы мне кинете номер заказа в личку ВКонтакте, он указан, когда вы его оплатили на сайте, я вам обязательно распишусь на стенке. Главное, откройте ее заранее. Ссылка и промокод есть в описании и в закрепленном комментарии. Пользуйтесь. А вот теперь давайте смотреть. Погнали. Ага. Качество, конечно, Full HD. 4K. Ладно, это Metal Gear Solid, 5, если не ошибаюсь. Типа Phantom Pain. Ну, головой проткнул, ничего себе. Вот это называют таким истинный вход. Ладно, тупая шутка. Серьезно? Ну, искусственный интеллект невероятен, я считаю. Лучший в мире стелс, лучший в мире стелс. Какие дела, народ? Слушайте, если дела все еще отлично. Остались люди, которые хотят попасть в телевизор, то вот вам руководство к действию. Ну, ну-ка. Воу. Что за машины такие новые, блин, в GTA-шке? Не, ну попал в телевизор. Не совсем не по кадру, не в центре стоит. Так, с краешку, но попал в телевизор. Хорош. Сигдж. Знаете, это когда прошло 14 минут 49 секунд, вы собираетесь уходить с пары, и тут препод такой. Серьезно? Там типа новый персонаж появился, который выбивает ногами окна и убивает чуваков за окнами? Офигеть. Давно не играл в Сигдж. Он прошел сквозь? В этом видео все. Ну, прекрасно. Игра называется Kingdom Come Deliverance, а доставщик еды у них из Яндекса. Скажите, мне ж не одному показалось, что он кому-то наггетсы несет. Привет, наггетс. Вот что я кукарику. Скорость ходьбы у них похожая. Домination. Security objectives. Securing Alpha. Это что за игра? Что это было? Он как будто в него, блин, как будто он комара, на него по дихлофосам фиганули. Чё с ним произошло? Реально отвал башки. Мне кажется, этот спрей за бесконечности создан. Минус пацан. Четко. Был друг, нет друга. Я тоже могу пшукнуть так, чтобы все из комнаты поубегали. Но это немного другая история. Немного по-другому убегают. Боги бывают разные, на любой вкус и цвет, как мы уже убедились. Ну нормально. Флексит. Реально птичка. Есть один универсальный, когда игра просто берет и выкидывает тебя нахуй. Универсальненько. Попей. Рокстар, что вы делаете со своими играми? Почему у вас люди летают, как НЛО? Проснулся парниша. А не фиг спать на парах. Мне кажется, таких разбойников, которые гоняют на квадроциклах по улицам и людей сбивают, должна полиция ловить. Вот это он вообще вовремя по таймингу проехал, конечно. Вот на секунду бы позже или на секунду бы раньше выжили бы. Это тоже проедет?
А. В этот раз не повезло чуваку, который квадроциклы, на квадроцикле был. Жалко его. Перед следующим моментом хотелось бы рассказать вам об очень крутой игре, которая заслуживает вашего внимания. Динамичная, драйвовая и... Lost Ark это хорошая игра, тут я не отрицаю. Ничего не буду говорить плохого про эту игру, потому что действительно неплохая игра. Ссылка в описании. Division, да? Что? Не, ну нормально хлопай, слушай. Это растяжечка. Так, стоп, что-то это мне напоминает. Парень с разной длиной рук аплодирует на концерте. Мне реально похоже. О, дуб. Настолько боится Дунгая, что решил сам выпилиться, блин. Картина «Бой Конора с Сироне». Был Сирона, нет Сироны, пока. Это вообще, знаете, когда услышал, что кто-то за тобой вошел в подъезд и быстро нажимаешь на кнопку в лифте. Ну, к несчастью, там оказалась баба Галя с 666-й квартиры. Ублюдок, мать, да, ну иди сюда. Привет. Да, лучше так. Да, пожалуй, в этой ситуации это был единственный выход. Сейчас пойму, какие-то баги будут дикие, да? А что произошло? Стоп, он его нокаутировал и улетел из клетки? Что? Где-то я уже такое видел. Орлы в клетке не сидят. Я свободная птица. Чувак чисто на морально-волевых выстоял и уверенно пошел по своим делам. Он умер, но при этом он пошел дальше? Ну, блин, это... Вот только зря он в сторону дороги двинул. Не, ну у меня есть такая машина. Вообще ездит на Уровень NPC в GTA-шке. Тебя и так... Ты и так уже сбила человека. Нет, едет дальше. Гениально, гениально, NPC. Вы такие крутые. Мотоциклов в GTA это такое, мать его, искусство, что если вы не профессионал, можете даже не пытаться. Ай. Это было неприятно. Если это была женщина. Не, я не то планирую. Я не хочу, чтобы вообще кто-то застрадал. Просто мужчине это очень будет неприятно. Мне кажется, и женщине будет такое неприятно. А ну-ка. Так обидно, так грустно. Фонарик как бы намекает, что победа тебе не светит, чувак. Если вас кто-нибудь спросит, за что вы любите GTA, то смело показывайте это видео. Привет, вертолетик. Если в GTA-шке есть видео-вертолет, ничего хорошего не произойдет. Не, ну самолет тут все порешал. Я думал, тут с вертолетом будет что-то. Но нет, с вертолетом случилось. Откуда самолет-то, блин, упал? Спокойный день. Знаете, типичная США. Типичная США. Ты собираешься в нее поиграть, и тут тебе прилетает патч первого дня на 30 гигов. Здорово! Спасибо, блин. Знаете, что значит выражение «тише воды, ниже травы»? Ой, ты ё, Роналдо! Вот это я называю новая техника, блин, игры в футбол. Не, ну с таким футболом бы я наблюдал, слушайте. Это же Роналдо, да? Я не сильно шарю в футболе, вообще не шарю в футболе, сорян, да. Вроде похож внешне. EA Sport. Sport. EA. Это вообще это у них газонокосильщик заболел и трава немного подросла. Помните, в одном из предыдущих выпусков чувак без палева на вертолете подкрался к врагам? О, да. Так вот, знаете, почему его никто не услышал? Вот, смотрите. Чёртов Гарри Поттер! Снова колдовство! Вингардиум Левиоса! Он их включает, когда ему нужно вражин нашинковать. О, лучший момент матча, Overwatch, там музыка. Я ее знаю из тысячи. По звукам, по нотам, по безголосу. Ладно. У меня сегодня хорошее настроение, простите. Сегодня просто у меня хорошее настроение. Хоть до сих пор ничего жрать нормально не могу, но что такое хорошее настроение? Мне кажется, этот чувак дернул не за тот рычаг. Сделаем бочки в воздухе, сделаем штопоры и все. Мармок, ну куда ты? Ну и чисто стандартное, когда друг навалил свою музыку в кабине. Народ, помните хренового стрелка из предыдущего выпуска? Да не, я считаю, что он офигенный стрелок. Если бы он был евреем, он бы, получается, стрелял из обреза? А, так, ладно, сейчас не об этом. Я к тому, что у него, походу, уже последователи появляются. Вот сами посмотрите. Тра-та-та-та! Ну, слушайте, ну, как шмали-то профессионально.
Походу, шоу талантов продолжается. И я боюсь спросить дальше, что? Это какая-то японская дичь, как обычно. Ты катался на скейте? Я еще не удивлюсь, что это реклама была в Японии. Надежненько. Но вот это вот что-то из области фантастики. Ну, ну-ка. О, слушайте, ну он хорош. Попробуй повторить. Лежачий полицейский не прощает. Это не полицейский, конечно, лежачий. Это хрен его знает, как это правильно называется. Но трюки там мощные. Продолжу делать старые добрые трюки. Пацан улетел в космос. Ай. Это все, народ. Я надеюсь, вы смотрели видосы такие... И кекали. Также, я надеюсь, вы ворветесь в инстаграм ВДФ, и там тоже будете угорать. Нормально поплавал. И не забывайте, что я два раза в неделю провожу чаты на Firework, так что залетайте, круто, пообщаемся. Там реально весело. Это мужик в озабоне. В общем, все полезные ссылки в описании. Спасибо вам за просмотр. Всем пока. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на Game What the Fuck. Также узнаете, что с каждой подпиской на канал мир становится добрее. Потом подписывайтесь на мой канал, на Game What the Fuck канал. Вообще на все, которые вы любите каналы. А если вы меня смотрите без подписки, почему? Ну подпишите, ну что сложно. Мне так приятно. Я хочу миллиончик. Хотя бы через 2 года, чтобы было у меня на канале. Я же не сильно много прошу. Подпишись, кому не лень. И я буду вам счастлив, рад, доволен. Там лайк поставь, комментарий напиши. Я вас так расцелую, дорогие. Спасибо. Еще на сайт заходи, если хочешь найти аккаунты, там подешок, все дела. Поэтому все есть в описании, в комментариях, также там ключи. Ну, вы все это шарите. Вы же знаете, это все лучше меня на самом деле. Вы там бываете чаще, чем я. Вы вообще у меня крутые. Вот, всем удачки, всем пока. Пау.